Создание огненной картины – процесс трудоемкий. Сначала участники акции отрисовывают трафарет, затем устанавливают свечи. На все это уходит примерно несколько часов. Зажгут свечи с наступлением темноты. Огненные картины представители общественных организаций, активисты молодежных движений, волонтеры и жители города создают четвертый год. Из тысяч свечей на площадке у Кристалла выкладывают памятные изображения. В этот раз это образ солдата и надпись «Тамбов помнит». Патриотическое воспитание у нас на территории Тамбовской области очень развивается. И, конечно же, важно его продвигать среди молодого поколения, потому что непосредственно мы напоминаем о том, что Тамбовская область была активно работала в год Великой Отечественной войны, много чего отдала. Это наши солдаты и 225 госпиталей у нас на территории Тамбовской области было. И, соответственно, важно помнить и чтить эти даты. Акция «Огненные картины войны» ежегодно проходит накануне Дня памяти и скорби во всех городах России. Это еще одна возможность увековечить подвиг народа, который сражался и победил в Великой Отечественной войне. Хотя бы маленькая часть, что мы можем сделать, да, дать дань памяти нашим, так сказать, солдатам, да, нашему народу. Вот, то есть поэтому всегда, поэтому здесь с детьми, с супругой, всех нужно, чтобы детей, все это делается для детей, чтобы дети помнили, знали об этом. Тысячи свечей загорелись в память о тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Данил Лычко, Область новостей.